Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от колонки Bose SoundLink Mini 2 с помощью вашего iOS-устройства. Для этого зайдем в приложение «Настройки». Тут выберем пункт Bluetooth. И напротив названия вашей колонки будет такая синяя иконка. Нажмем данную иконку и нажмемте на пункт «Отключить». Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!